Так, это что за сыр у вас такой? Вы сыр? Что представляете? Кучерский сыродельный завод. Представляем наш завод непосредственно. Есть мягкие творожные сыры, полутвердые сырочки, российские, с топленым молоком, российские, с пожитником. С топленым молоком? С топленым молоком, да. Вот это? Вот это было, да. Удивительно, да. Они получили у нас в те выходные на фестивале в Костроме второе место в конкурсе «Лучшие сыры России». По России? Да. Ого, ничего себе. И ассортимент, ведь это очень богатый ассортимент. Да. Сколько у вас есть наименований примерно? С ягодками. Ягоды у нас живые. То есть прованские травы, и аджика, и томаты, и паприка, и пожитник, и копченики, и обжаренные семечки конопли. Итальянская линейка сыров вот вытяжных у нас есть. Стик-палочки, сулугуни, косички, плавленый наш колбасный сыр. А сырье, откуда молоко? Молоко у нас Кучерского района. Приводит. То есть местное наше, да, молоко. Да. То есть проверяется все молоко на жирность, чтобы подходило для сыра, потому что вкусный сыр получается только с жирного молока. Это за килограмм. За килограмм? Да. 769 за килограмм. Ну, смотрите, какой хороший набор, да? Мы с вами все разбираемся, где сыры хорошие и кто их хорошо делает. Вот, смотрите, мне кажется, это достойный такой ассортимент и достойное производство. Спасибо вам за разговор. Спасибо. Да.